Его душа позвала была сегодня на спортивные объекты для того, чтобы организовать это замечательное дело – посадить деревья на объектах универсиады. Блистать талантами участники акции продолжили и на импровизированной сцене. Инна Данилова, Тимур Гатаулин, «Вести, Татарстан». А шашлыков в лесу в майские праздники придется отказаться. За дымком в зеленых насаждениях будут следить сотрудники МЧС и полицейские. Впрочем, и без того нечистые на руку казанцы уже успели наследить в зонах отдыха. После субботника вновь горы мусора. Алина Хусаинова продолжит тему. Пластиковые бутылки, одноразовая посуда и пепелище от костра. Такую картину застала наша съемочная группа сегодня. Это при том, что на озере Глубоком казанцы совсем недавно провели глобальную чистку. Популярное место отдыха спустя несколько дней снова напоминает свалку. Вот так вот выглядят последствия отдыха казанцев. Оставили за собой мусор, не думая о том, что приедут отдыхать сюда вновь. А эту свалку, видимо, должны убирать за ними другие люди на субботниках. Пейзаж на Глубоком – показатель. Проблема глубже, чем кажется. Удачные выходные, шашлыками и пикник на свежем воздухе остаются не только в памяти отдыхающих. На траве осколки бутылок, окурки и салфетки. Люди сами виноваты в том, что оставляют такое количество за собой отходов. Самим же потом бывает неприятно. На природе очень некомфортно отдыхать в таких условиях. То есть приходится расчищать себе полянку перед этим. Это ужасно. То есть немножко внимания, все было бы немного по-другому. Это показывает в целом всю нашу безграмотность. Только из-за этого сами же мусорим, сами губим природу. Менталитет, что еще могу сказать? Все зависит от нас, от нас. Нет властей, ни от кого, а лично от каждого человека. Выезжать в лес пожарные вообще не советуют. По крайней мере, тем, кто собирается на барбекю. В Татарстане действует особый противопожарный режим. Будет проводиться, соответственно, вот эта вот работа в части пресечения нарушений требований пожарной безопасности, как в лесах, так и в населенных пунктах. Соответственно, будет большое внимание обращено на изготовление и приготовление шашлыков, что является тоже для нас немаловажным фактом. За разжигание костра придется заплатить штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Алина Хусаинова, Илья Шорин, «Вести, Татарстан».